Подобные мероприятия сегодня называют модным словом «тимбилдинг». Если дословно перевести с английского, получается «строительство команды». Именно здесь, так сказать, строится корпоративный дух, ощущение своей причастности к большому коллективу, компании со всероссийским именем, коей и является Евроцемент Групп. Наша задача – формировать вот такие традиционные мероприятия, которые позволяют объединиться и пообщаться с представителями разных предприятий, обменяться опытом, завязать контакты. Это крайне важно с точки зрения развития корпоративной культуры холдинга. Такой слет руководители компании решили провести впервые. Сюда, в Фокино, приехали лучшие молодые кадры холдинга. Из Архангельской, Ленинградской, Липецкой, Рязанской, Белгородской, Воронежской, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Свердловской областей, Карачаево-Черкесской республики, Украины и Узбекистана. До этого на заводах проходили отборочные этапы. Специалисты защищали свои бизнес-проекты. Затем были сформированы команды победителей, которые приняли участие в межрегиональном финале. Практически задания заключались в том, чтобы мы в короткое время могли увидеть проблему, четко ее прочитать, организовать какие-то моменты по принятию решения, выдвинуть общую цель, найти, конечно, человека, который бы грамотно преподнес это все. Ну и ответить, преподнести достойно это от своей команды. Программа рассчитана на 3 дня. За это время прошли тренинги, семинары, практические и теоретические занятия, а еще научно-техническая конференция. Этакий смотр современных технических предложений, где экспертное жюри называет имена лучших специалистов. Ребята готовили проекты, они их защищали перед комиссией завода, и 2 лучших проекта приехали сюда, представляли проект уже здесь. Максим Ширяев, представляющий ЗАО «Мальцовский Портландцемент», получает 1-е место. Его работа, посвященная помолу цемента, настоящий инновационный проект, реализация которого позволит сделать процесс производства более экономичным и эффективным. Одной из инноваций такая кривая тромба в производстве цемента по замкнутому циклу. То есть это немного новая тема. Я думаю, за счет этого мне удалось выиграть. Победители получают грамоты и весьма существенные денежные суммы, а самое главное – перспективу карьерного роста. Именно на это, кстати, нацелена кадровая политика Евроцемент Групп – дать стимул молодым специалистам обеспечить все условия для развития творческого потенциала и достижения наивысшей квалификации, проявления максимальной инициативы, ответственности за производимый процесс и конечный результат. Виталий Угримов, события, Фокино.